Меня информируют, что на сегодняшний день промышленные запасы белорусской нефти составляют около 45 миллионов тонн. За 2016-2023 годы они приросли на 14 миллионов тонн, в том числе только в 2023 году на 2,5 миллиона, что является рекордом за последние 40 лет. Ну, значит, что-то есть. Применение новых технологий, наращивание объемов сейсморазведки и бурения позволили, начиная с 2017 года, обеспечить рост добычи нефти в среднем на 20 тысяч тонн в год. Что дальше? 20 тысяч тонн – это слезы. Какие перспективы по разработке скважин? Что будем делать с трудноизвлекаемыми запасами? На сколько лет вперед прописаны планы по геологоразведке? Хватает ли собственных специалистов и оборудования? Но если предлагаем другим вести геологоразведку, аж в Африке в том числе, так, наверное, хватает. Что касается других направлений, картина, судя по информации, которую мне докладывают, не такая оптимистичная, как по калию и нефти. Да, правительство утверждает, что государственная программа охраны окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы успешно выполнена. Ну, программы рисовать мы умеем, выполнять тем более. При этом до сих пор нет единого контроля за разработкой месторождений. Сегодня многие ведомства наделены правом использовать недра, и, разумеется, каждый блюдет исключительно свои интересы. Например, дорожникам нужен песок, только его из карьеры и добывают. Строители интересуют щебень, энергетику, торф, и если следующим слоем под ним там лежит какое-то полезное ископаемое, базальт или торф там или еще, под торфом этот базальт, кто оценивает ситуацию и решает, добывать или нет? И оценивает ли, где курирующая роль Министерства природы? Знаю, такая задача вам ставилась больше года назад. Что изменилось за это время? Добыча полезных ископаемых ведется по всей Беларуси. И контролирующие органы докладывают, что зачастую эксплуатация и рекультивация карьеров идут с нарушениями. Но это я и сам вижу. Жуткая картина. Причины они видят в недостаточном взаимодействии недропользователей и местной власти. Погрязли в бюрократии, бесконечных согласованиях, экспертизах, где надо, а где и не надо. А страдает дело. Я специально поручил пригласить сюда всех губернаторов, чтобы ни у кого больше не осталось вопросов, как работать дальше.